Здравствуйте. Представляем сыроварню на 300 литров. Кран слива 2,80. Краник и уровни. Это нижний краник. Сюда подаем теплоноситель. Сюда выходит теплоноситель. Либо охлаждение, либо нагрев. Ну и сзади стоит группа безопасности. Включаем сетевую кнопку. Мощность 3 блока по 7 киловатт. То есть получается 7, 14, 21. Дожидаемся устойчивой струи пара с воронки. Как только появится струя пара, перекрываем воронку, чтобы создать давление в рубашке. Поднимает стрелка до 0,4 рабочих и отключает. Так, мешалка. На пульте, значит, не будет воды, загорится авария. Здесь терморегулятор. То есть показывает температуру продукта. Крышка разбирается на две половинки. Убирается в сторону. То есть мешалка на клапан соединения разбирается, убирается. Рамку можно откинуть в сторону. То есть разобрали узел поворотный, откинули в сторону. И доступ как бы чаши есть. Мешалка либо в одну сторону работает, либо в другую. Все, доходит сейчас до верхнего предела. Сработает электродинамометр и отключится схема нагрева. Потом упадет опять на нижний предел давления и включится в нагрев. Все, отключилось. Все, котел готов к работе.